Всем привет, ребят, с вами Fluttergreen, и мы сегодня будем играть в какую-то странную достаточно игру. Извиняюсь за звук микрофона, но, к сожалению, дальнейшие некоторые ролики мне придется с таким вот звуком играть, потому что мой микрофон сломался, еще один, и такие вот дела. Так что мы на новый микрофон будем собирать на стримах, приходите на стримы, что ли. Так что, да. Давайте-ка посмотрим, что это за игра. Sonic Exe Forever. А выберите героя. Ну, Shadow, окей, он достаточно быстрый. Хотя это все-таки Shadow. Стой. Стоять. Мне люди очень рекомендовали данную игру. Я на полном серьезе. Мне эту игру рекомендовали. И она не может быть такой короткой. Ну, извините уж, но никак не может. Выберите героя. Мы можем только Shadow взять. Ладно. Я не знаю. Окей. Только Shadow, значит. Нет, братан. Окей. Я заставил эту игру только что погануть. Окей, она не работает. Она не работает. Я не знаю. Зачем мне такой вообще рекомендуют? Типа, поиграй в этот трэш. Это правда трэш. Ну, можешь поиграть? Я думаю, да. Ну, поиграй, пожалуйста. Я начинаю играть, начинаю записывать. И получается так, что... Мы играем, 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 играем. Ой, тут Соник. It's over. Он меня поймал. Все. Хотя я еще раз попробую. Наверное, там можно убежать как-то. То, что я пью Nasty, вы не обращайте внимания. Просто... уже просто все равно на это видео. Просто залью его в таком состоянии. Извините, ребят, но это для того, чтобы вы знали, что... Чтобы мне больше такое не рекомендовать. Да, мы походу можем убежать. Только каждый раз нам надо как бы включать заново игру, и это очень раздражает. Но тем не менее, я не буду ничего редактировать. Вы, если хотите, вы перематываете до того момента, когда начинается типа продолжение той игры. Да, такие гниды, как я, существуют. It's over. Нет, походу тут реально уже никак не убежать, потому что ты не успеваешь еще стартануть, он уже начинает тебя убивать. Вот такой вот видос, ребят. Извините, но спасибо тому, кто скинул это, скажем так. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Flutter, всем пока.